Лонгинус не позволяет Белиону приземлиться. Будет ли это продолжаться до взрыва? Я тоже видел твои приемы. Я не могу поверить! Белион вернулся в игру! Давай, Белион! Это еще не конец! Лонгинус! Получай яростный апперкот! Динамитный подрыв! Что скажешь? Динамит Болеал. Взрывной финиш. Белдай Кокутин победил. О боже, о боже, о боже мой! Легенда повреждена. Король демонов остался непобежденным. Лонгинус проиграл? Похоже, эпоха Бейблейда скоро изменится. Фри. Сила Бэя больше не зависит от его размера или веса. Мир изменился. Надо было догадаться, что он будет атаковать с более низкой позиции. Ты сильный, Сирасагиджалуи, но я куда сильнее.